всем подписчикам канала Workout Fitness городских улиц. Мне очень приятно, что вы нас смотрите. И сегодня я подготовил пару объявлений специально для вас, потому что день растяжки. Я не буду сегодня тренироваться, но я буду растягиваться. Я буду делать это дома. А по правилам канала мы снимаем все видосы на улице, поэтому вы уже второй раз не видите, как я растягиваюсь. Но я вот здесь повещу ссылочку на растяжку Натали. Там есть все упражнения, они действительно для начинающих. Рекомендую начать заниматься именно с них, если вы не совсем деревянные. Если совсем деревянные, вспомните школьную растяжку, школьную зарядку и начните с нее. Итак, по поводу объявлений, о которых хочу сказать. Во-первых, те, кто подписывались на наш канал в надежде увидеть больше крутых видео по воркауту, по уличным тренировкам, по харде, это все будет. Будут видео, будут тренировки. Мы постараемся выпускать как минимум по одному такому видео в неделю. Поэтому не отписывайтесь, здесь будет не только видеоблог по тому, как я прохожу стодневку, но и будет продолжаться выпуск крутых видосов. И совсем скоро мы уже вас порадуем чем-то очень и очень интересным. И второй момент – это обращение к тем, кто подписался именно на мою стодневку. Мне очень приятно, что вы решили понаблюдать, как я прохожу программу вместе со всеми. И есть небольшая просьба, поскольку уже начали поступать такие сообщения. Пожалуйста, не надо спрашивать, где именно я буду тренироваться в тот или иной день, на какой площадке, во сколько. Потому что зачастую я сам точно этого не знаю. Я не знаю, как сложится мой день, куда меня могут отправить по работе поехать и где я буду заниматься. Это в большей степени спонтанные такие вещи, поэтому какие-то видосы снимаются утром, какие-то в обед, какие-то вечером. Если вы хотите приехать и потренироваться вместе со мной, то на сайте workout.su есть раздел мероприятия, и там выкладывается информация о наших сборах каждые выходные, которые точно состоятся в указанном месте, в указанное время. Приходите, потренируемся вместе. А вот что действительно вы можете мне скидывать сообщения, я буду очень рад, если вы будете делиться со мной информацией об интересных площадках. Одну из таких уже подсказал пользователь с ником Бальтазар, надеюсь, что произнес правильно, ВСК «Салют», которая тоже в Северном Тушино находится, и на которую я пойду после того, как закончу снимать на площадках в этом парке. Вот. Для тех, кому интересно, как я нахожу площадки, я их нахожу с помощью мобильного телефона и приложения Workout. Если оно сейчас загрузится, я вам покажу. Вот, есть такое вот приложение. Здесь отмечены все площадки, которые известны нам. Можно посмотреть, какие находятся рядом с вами, какие... кто на этих площадках занимается, связаться с этими людьми, пообщаться. В общем, очень-очень круто. Есть для iOS и для Android такая штука. Вот, в дальнейшем мы будем ее обновлять, добавлять новые фишки, всякие там вещи, типа дневника тренировок и так далее, чтобы приложение было бы еще интереснее. Поэтому будем благодарны, если вы скачаете его к себе, установите и напишите какой-нибудь хороший комментарий на Google Play или на App Store. Это нам действительно поможет немного. Вот такие вот новости на сегодня. Спасибо за просмотр. По традиции я размещу 4 видео вот, в 4 местах, которые могут быть вам интересны. Какие именно я еще не решил, поэтому решу на монтаже и не буду сейчас заранее объявлять. Но надеюсь, они вам понравятся. Одно будет, естественно, специально для вас выбранное. Напишите в комментариях, если оно действительно вам понравилось. Все, пока!